Сергей Усачев передал Валентине Жиделевой право выдвижения в Госсовет Коми по академическому одномандатному округу. Так, еще в минувшее воскресенье в Коми-республиканском отделении «Единой России» прошло предварительное голосование по определению кандидатов на выборы в парламент республики и Совет Сыктывкара. А накануне были подведены итоги в результате по академическому одномандатному избирательному округу номер 2. Сергей Усачев и Валентина Жиделева набрали одинаковое количество голосов в поддержку от однопартийцев. Мы с Валентиной Васильевной, набрав одинаковое количество, естественно, сказать, пришли к выводу, что более полезно для партии, для результата будет, когда она идет как одномандатник, то есть представляет себя в избирательном округе, сказать, как Валентина Васильевна Жиделева, там, и по списку, когда в целом ряд депутатов или ряд кандидатов представляет партию, значит, вот в этом списочном составе попробую, сказать, добиться, значит, голосов избирателей я вместе с моими коллегами Дюной Анной Феликсовой, Вокуевым Леонидом Михайловичем. Нам есть что, сказать, предложить нашим избирателям. У нас есть своя программа. Значит, мы ее представим, избиратели оценят ее. Я очень благодарна Сергею Анатольевичу за то, что он воспользовался правом передать вот этот свой результат мне, и таким образом я буду нести ответственность перед партией за то, чтобы получить достойный результат на выборах по одномандатному округу академическому уже в сентябре 2020 года. Валентина Жиделева, в свою очередь, поблагодарила выборщиков, которые на праймерис отдали им свои голоса в поддержку, и Сергея Усачева за доверие. Сам он остается в территориальной группе кандидатов в Госсовет Коми по академическому округу. Это один из главных округов в республике.